Всем привет! Сегодня я получила свой заказ и покажу, что я купила для моих будущих игрушек. Видите, уже мои проекты маленькие сидят. Надеются что-то тоже получить для себя. Заказала я с Китая. Точно не знаю, сколько чего пришло. Посмотрим. Раз, два, три, четыре. И посмотрим. А, здесь можно. Нет, не получается. Ну, покажу, что я заказала. Пришло довольно-таки быстро. Ага. Крючки. Я заказала такие вот, смотрите, 1,4, 1,5, 2,5. И для меня важно вот эти 0,8, 0,6 номер, 1, 0,7, 0,9, 0,5. Да, самый маленький 0,5. Они вот такой пластмассовый, я думаю. Да, пластмассовый. Ну, посмотрю, как будут вязать. Потому что мне интересно, если долго вязать, будут ли они мягкие или и сломаются, или же будут отличные. Вот такой у меня заказ пришел. Так, посмотрим, что здесь. А, это как бы не для игрушек, а для рыбалки, но я хочу попробовать для глазок сделать. Посмотрю, как получится. Потому что вот видите, насколько они маленькие. Вот эти мелкие, наверное, по 3 миллиметра. Ну, посмотрю. То есть у меня появилась идея использовать вот такие, они наклеиваются, я думаю, на бумагу. Но они пластмассовые. И просто для... Да, они мягкие, такие пластмассовые. Ну вот, просто идея появилась. Хочу попробовать. Так, и посмотрю, что здесь. Потому что я уже подзабыла, что и выписала. Хотя было это недавно. А, и для будущих глазок, которые можно нарисовать. Вот такая маленькая распаковочка. Спасибо, что посмотрели. Делитесь своими впечатлениями, довольны ли вы своими заказами и крючками, которые вы получаете. Это, по-моему, еще один я не раскрыла. Так, это мы уберем. А, глазки. Я хочу свалять игрушку. И вот для нового проекта купила вот такие глаза. И хочу посмотреть, как они будут закрепляться. Просто это для нового проекта. Да. Спасибо, что посмотрели. Всем пока-пока. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Предлагайте хорошие советы. Я все время ими буду пользоваться. Пока-пока.